Итак, всем привет, с вами MyBug, и это видео про Black Russia. Я сегодня расскажу, как ехать 170 км в час на скутере. Ну, вообще не только в Black Russia, а вообще во всех КРМП проектах. Я 30. Сейчас на трассу выйдет. И вообще я узнала это. Просто я заметил, когда вот так делаешь, то он сначала пригинается, и это аэродинамика. И едешь, вот чуть-чуть не полностью, чуть-чуть прижимаешься, и сразу же чувствуется и разгон больше, быстрее. И максималка, здесь я максимум разгонял 180. Конечно, не BMW, не Mercedes, но все равно. На мопеде ехать так 160, 165, 170, вот видите, 180. О, ладно, все, мое первое видео, все, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, здесь будет много новых видео про Black Rush и Carrex Drift Racing. Ну, про второе не обещаю, но про Black Rush и про Барвиху будут. Все, всем удачи и всем пока.